Добрый день. Хочу дать отзыв на хайповую статью в Дзене, где пишут, что, дескать, NVIDIA Эльдорадо на Черную пятницу поднимал цены и писал высокую зачеркнутую цену для того, чтобы обосновать, что были скидки. И вот приводится пример Фенера Вента. На самом деле этот фен поступил в продажу в конце 2022 года. И действительно стоил там 13 с чем-то тысяч рублей. И вот это здесь зачеркнутая цена нарисована. Дальше, соответственно, потом, когда это уже не было новинкой, летом, примерно до середины августа, он продавался вот по 4000 рублей. Потом, как вы все знаете, курс доллара вырос. И, соответственно, выросла цена. И вот она вот примерно там с середины конца августа такая вот 5500 рублей. И на Черную пятницу не менялась. Здесь стоит реальная зачеркнутая цена, которая была в конце 2022 года. Так что здесь никакого обмана нет. И на Черную пятницу здесь ничего не менялось.